Это в Сонангах на Украине, но здесь не Украина, здесь Новороссия. И было так приятненько, что я здесь персона не Нунгах. Иван Охлобыстин представил свой новый фильм «ИРА Сан» гражданам Донецкой Народной Республики. Собравшиеся в кинотеатре «Звездочка» первым увидят эту картину, так что, по словам самого Ивана Ивановича, сегодняшний показ – мировая премьера. Как отмечают создатели, сюжет картины должен вдохновить граждан Новороссии и сказать им, что русский мир поддерживает их всеми силами. Но прежде всего, этот фильм вы действительно увидите первым. То есть это вот нигде, вообще нигде не показ, чудом нам удалось у моих сопродюсеров его забрать, но и то из уважения к Новороссии. То есть это будет реально премьера, всемирная премьера. И что любопытно, что там же голливудские звезды. Я не знаю, что с ними сделают в Америке за это. Про японского священника, который в Ярославской глубинке оказался. И, ну, истечение судеб. Там снята вся русская история, как японская. Ну, поймете, как японская. А вся японская, как по-русски. Как мы похожи внутренне по подходу к тому, что... Главная победа – это победа над собой. Иван Охлобыстин, помимо картины, также привез памятные подарки участникам народного ополчения. Поздравил присутствующих на премьере «Моторолу» с супругой, которые пришли видеть долгожданную картину по сценарию Ивана Ивановича. Представив свой новый фильм «ИРА Сан», выдающийся российский теле- и киноактер Иван Охлобыстин посетил Кафедральный собор Донецка. Едешь обычно к людям дорогим и которых хочешь поддержать. Самым важным для себя – я верующий христианин православный. Для меня причастие – это вершина, ну, духа. Я счастлив, что вот удалось привести чашу, что верующие православные христиане Донецка будут, может быть, будут причащаться из чаши, которую привез я, и по чиновнику служиться литургия. Кино привез, чтобы как-то компенсировать людям, ну, вот эту экстремальную ситуацию, чуть-чуть снять стресс, потому что мы все люди, мы, ну, все понятно, короче говоря. Для нас это было приятно. Поддержка и духовная, и, как вы видите, он для нас принес чашу. Он привез чашу как дар и для священнослужителей, и для прихода Донецкой епархии. То есть люди будут приходить, причащаться из этой чаши святых тела и крови Господней, которая является как бы в это нелегкое время. Это сейчас самая большая для людей поддержка и моральная, и духовная. После Иван Охлобыстин с супругой, которая сопровождала его визит в Донецкую Народную Республику, отправился в Свято-Преображенский кафедральный собор, где преподнес служителям храму чашу для святого причастия, а также чиновник, который будет служить в литургии. Конечно, кроме посещения святого храма, что хотелось, да, и кино, но это слишком мало я сделал. Я себя буду корить за это, но я буду гордиться, что это было в моей жизни. Я буду всячески стараться поддерживать Новороссию, людей Новороссии, там, в медиа, ну, среди своей аудитории, то есть убеждать людей, что... Но их убеждать не надо, на самом деле у нас все люди на вашей стороне. Подобные проявления солидарности очень важны для жителей Новороссии, которые могут наблюдать, что их веру в светлое будущее и абсолютную уверенность в справедливости своих действий поддерживают представители братских стран. Иван Охлобыстин не раз высказывал свое лояльное отношение к новообразованному государству, и его приезд дает повод лишний раз восхититься самодостаточностью гостя, который не боится осуждения со стороны фашистских прозападных стран. У каждой нации есть свои национальные идеи. К сожалению, в болезненном своем пике она сводится к мировому господству. И только у русского народа эта национальная идея противоположна наоборот. Она, эта национальная идея заключается в том, не допустить реализации национальных всех идей всех остальных народов. Чтобы свет Господень был представлен во всем своем спектре, чтобы никому не было, вот, чтобы никому не было возможно захватить весь мир и подчинить себе. Удачи! Удачи! Дмитрий Подорожник, Дмитрий Русский, специально для Новороссия ТВ.